А сиськи 5 размера? Плавки себе не подкладывают, по крайней мере, на сцене. У них проблемы с жиром. Что можете сказать по поводу того, что в Сибири не разрешают пляжный бодибилдинг? Надо разрешать. Деваться от него некуда, это современные тенденции. А скоро еще новая номинация выходит в майках «Алкоголичка». Мне кажется, это перебор, но, наверное, придется и к этому тоже привыкнуть. Ну, если мы IFBB, да, как бы, то, соответственно, придется к этим правилам привыкать. Но, конечно, скажем так, не показ пресса, да, а пресса – это, наверное, первый показатель качества, да, рельефа. Это очень странно. Наверное, может быть, у кого проблемы с прессом, им понравится. А у кого проблемы с прессом? Ну, половина зрителей в этом зале проблемы с прессом, поэтому они могут в следующий раз уже быть на сцене. Если мы ведем эту категорию с точки зрения массовости, наверное, это будет круто. Мне кажется, у них проблемы с жиром. Ну, а так если маечку потом еще утягивающую одеть, представляете, есть же пояса утягивающие, тут какая маечка утягивающая будет. Плечи круглые, бицепсы накачал, там, ну и вперед. Типа нечестно, да? Маечку одеть нечестно, а сиськи 5 размера вставить – это честно. Ну, согласен, есть подвох и там, и там. Не, ну, если это разрешено правилами, да, согласен. Согласен. Не, ну, слава богу, что мужчины ничего в плавки себе не подкладывают, по крайней мере, на сцене. Я не замечал. Может, вы же не проверяли? Поворот направо. Ну, так, судя по внешнему виду, кажется. Если мы же видим, скажем так, искусственную грудь, да? Ну, я надеюсь, что мы отличим искусственное что-то другое там тоже. Спасибо. Давайте сделаем.